Всем привет, с вами снова я, Настя, и да, у меня будут некоторые посторонние звуки. Это Егорка, его развлекает за стенкой, чтобы я могла снять для вас видео. Ох. В данном видео будут покупки, которые были до рождения Егорки, заранее на вырост. То, что мы купили совсем недавно, что мы успели купить на распродажах. Бодики и слипы я показывать не буду, которые мы сейчас носим, потому что они уже не совсем такого нового вида. А вот то, что мы еще пока начали носить, либо еще у нас лежит на вырост, я вам, пожалуй, покажу. Начнем с самого теплого, то, что пригодится нам зимой, и теплые вещи на весну. Мы купили Егорке конверт, комбинезон-конверт синенький. Он у нас из детского мира, здесь есть отдельный отсек-кармашек. И сзади также, чтобы можно было поверить памперс, либо тепло для малышу. Также здесь заклепочки, специальный ворот, она флисовая. Стоила она у нас, мы покупали, по-моему, той зимой как раз, до рождения Егорки. И на скидке данный комбинезон такой стоил 1499. Тут написано, что до этого он стоил 2999. Сейчас будет самое смешное. Мы купили, это размер 68, он большой нам пока. Он нам пойдет именно уже зимой, где-то в декабре, в январе по размеру. Также мы купили Егорке на сейчас и на ближайшие холода похожий конверт, тоже из детского мира. Здесь такие милые пудельки, голубой, беленький. Точно так же кармашек спереди для проверки и кармашек сзади, но здесь есть такие прикольные ушки. Единственное, данный комбинезончик, это размер 62, он поменьше, это только Трайби. Типа дизайн из Финляндии. Я его покупала за 4000, там 3999. Соответственно, как понимаете, 1000 разница была из первоначальных типа цен. Но в принципе мне нравится. Мы уже ходим иногда в этом конверте, гуляем, я одеваю просто термобелье и обычный какой-нибудь там слип. И мы одеваем такой комбинезончик. Тепло, удобно. Егорке нравится. Нам дарили еще в 2 месяца, по-моему, Колина родителям костюмчик из Мадоки, такой голубенький, серым. Здесь у нас лось нарисован, здесь у нас тут закрытые ножки, и также были варежки. Дело в том, что у этого комбинезона молния идет в бок на одну ногу. К сожалению, если вы одеваете ребеночка в теплые слипы, теплые кофты, то у вас просто рука физически не пролезет в данный рукав. Он очень узенький, и мне неудобно засовывать ему ногу. Получается, что одна нога нормально входит, где молния, а вторую приходится там проталкивать в пяточке. Ему тесно, и уже мы, по-моему, из него выросли. Это был тоже то ли 68, то ли 62 размер, по-моему, 68. Вот, он нам уже маленький. Мы его поносили раз, наверное, 4-5. Также в Мадоке, это уже мы покупали сами на распродаже, мы купили курточку Егорке на весну, потому что нам будет уже как раз примерно 9 месяцев. Вот, 9-10. И я планирую надевать его не только в целиковые комбинезоны, но и в штанишки, курточку. Курточка у нас такая хорошенькая, она бордовая, с синим. Как раз это отлично падает, вам видно. В чем прикол этой куртки? Во-первых, она не такая уж прям жаркая, она, в принципе, тепленькая, но здесь есть молнии, то бишь рукавчики отстегиваются, и получается жилетка, то бишь это куртка 2 в одном. Стоила она, здесь написано, до этого 2799, мы взяли за 1400. Здесь даже ценник он остался красный. Куртка приятная, мне очень нравится, стильненько, модненько, рада, что мы отхватили. Здесь написано 12 как раз до 18 месяцев, при росте от 86 сантиметров. Я надеюсь, мы уже влезем, тем более мы хорошо растем, и в принципе мы не в ширину, мы в высоту, мы все-таки в рост больше идем, нежели крепыши. Также у нас есть хорошенький комбинезончик из магазина Next. Я посмотрела, забыла, как зовут девочку, блогера, тоже у нее малыш. И они покупали вещи тоже из Next, только другие. И мне очень понравился на их сайте, я посмотрела, комбинезончик. У нас есть сейчас похожий чем-то, я вам покажу его попозже. Комбинезон
серый, такой теплый. Он прям мягенький-мягенький. Вы можете видеть, правда, текстурку. Здесь нарисован пингвинчик. А здесь такие тоже ножки. Единственный нюанс, этот костюмчик мы планируем одевать ближе к весне, либо зимой дома, ну, там, поползать, погреться после ванны, к примеру, либо пойти в гости наверх к соседям. Здесь от 6 до 9 месяцев, по килограммам от 9,5 килограмм. Мы сейчас весим 6 килограмм, поэтому нам пока еще великовато. Вот. Но ничего, на вырост он мягкий, приятный, прям так охота подержать, пообнимать. Думаю, многим понравится. Стоит на сайте Next, он, по-моему, 1700 в этом районе. У меня просто 10 фунтов, поэтому не могу вам сказать. Можете зайти посмотреть, там пока что есть данная одежда. Далее перейдем к тому, что мы носим сейчас. Некоторые комбинезончики, да, там будет комбинезончик, и все остальное у нас идет уже на вырост. Вещей я вам скажу, однако, очень много. Также из магазина Next данный костюм. Здесь видите эльф, шапочка, колпачок такой. Мы планируем одеть его на Новый год. Это у нас будет, скажем так, новогодний костюм наш. Также здесь 70, по-моему, также на 9,5 килограмм. Также от 6 до 9 месяцев. Нам на Новый год будет 5,5 месяцев, поэтому, я думаю, мы уже влезем. Если что, мы оденем просто с ботиночками. Мне очень нравится, приятный на ощупь, хлопковый такой. Здесь, если вы собираетесь кому-то дарить, к примеру, данные костюмы, есть такая дырочка. Сейчас вам покажу. Здесь можно написать, как это сказать. Так, не фокусируем. Фокусируем. Здесь написано, от кого, кому. Очень мило, приятно, стоило в районе 1300. Далее у нас недавно были Кристины, наша крестная подарила нам перчатку-игрушку, про игрушки я сниму отдельное уже видео, и она нам подарила костюмчик, костюмчик кота. Здесь такая мосечка, ушки, здесь на лапках, видите, здесь хвостик, он идет от спинки как раз вперед, и такие, знаете, мини-мышки на ногах. Очень мило, очень приятно, тоже мы сегодня в нем ходили. Одевали термокостюм, одевали данный костюмчик, одевали специально теплое одеялко такое и зимний конверт в коляску. У нас малыш не замерз, все было хорошо, тепленький, горяченький, вот, поэтому ставлю этому костюмчику плюс. Завтра пойдем к педиатру именно в этом костюме. Если что, он в каре куплен от 3 до 6 месяцев, так что по ценам я вам, к сожалению, не смогу там подсказать, я в этом магазине еще ни разу не была. Но, в принципе, там приемлемые цены, как я понимаю. Далее будут все вещи, которые нам подарили. Подарила бабушка наша, моя мама. Ну вот, наши знакомые. Это вещи уже на вырост. Итак, начнем. Нам подарили такую маечку. Это тоже детский мир, Baby Go. Здесь крабик. Штанишки шортиками идут на резиночке. И идет такая очень-очень милая шапочка, тоже, видите, с такими хвостиками, ушками, не знаю, антенки такие мини-мини, наподобие краба. Очень мило, очень прикольно, здесь размер 92, так что где-то, я думаю, мы уже будем в этом ползать. Собаку мучают. Дальше, также нам подарили вот такую милую тоже из детского мира, по-моему, вроде бы, точно не могу сказать. Маечку и красные шортики. Здесь тоже на вырост 86 сантиметров. Далее нам бабушка тоже дарила маечки такие, вот красненький горошек моднявая. И здесь же у меня просто параллельно я все повесила на одну вешалку. Я вам просто покажу, задеру немножко. Вот такая маечка с принтом, там слоники нарисованы. По ценам сейчас попробую вас сориентировать. Из какого магазина вам точно не могу сказать, потому что это какой-то там наш отечественный. В районе 200-300 что ли рублей они стоили. Не очень дорого. Я считаю, это очень даже хорошо. По крайней мере, для ребенка в год, который будет все пачкать. Такие вещи незаменимы. Также у нас на весну, когда мы начнем топать, я имею в виду теплую погоду весны, когда будет лужа, но и будет тепло. У нас вот такая курточка. На самом деле я не люблю такую ткань, потому что она для меня неприятная все-таки на ощупь.
Но для ребенка, который любит лазить там в лужи, это самое оно. Так, это ткань такая непромокающая, это тоже из детского мира. По ценам попробую вас сориентировать. Стоила эта куртка 1500, на распродаже она стоила 600. А также штанишки тоже вот непроницаемы, тоже они стоили сколько там, 1400, так их за 399 можно купить. Вот, так что к весне готовы, здесь это отражатели, все непромокаемое, будет тепло и приятно. Дальше, когда была распродажа в Икее, я не удержалась, мы тогда купили кучу вещей, 1500, наверное, как раз куртку, слипы на, как бы на от 0 до 3 месяцев и также на вырост. Данный такой костюмчик, легенький, как раз будем носить летом, это от 9 до 12 месяцев, как раз у нас получается год, мы будем на даче, чтобы нам не было жарко, здесь такие милые жирафы, точно такой же слип был, здесь второй, был именно слип, я, к сожалению, ошиблась размером, и мне пришлось потом менять, не поменяли, хотя, кстати, их не меняют, они говорят, то как это все-таки считается, как нижнее белье, к этому ряду относится. Мы, сразу скажу, Егорка не любит одевать штаны, допустим, ползунки, майки, потому что ему неудобно, когда его берешь на руки, у него все выбивается, поэтому мне удобнее всего именно носить его в слипах. Поэтому, когда я увидела такой костюм, я тоже захотела слипы, тоже с жирафиком, но, увы, нашего размера уже не было, пришлось брать другой. Сейчас нам, к сожалению, все мало. Также этот костюм стоил 1799, мы взяли его за 539. Было 70% скидка. Тоже мягкий, приятный, очень нежно. Также в Мадыке от 9 до 12 месяцев мы взяли ему маечки. Здесь идет такой тигр. Здесь просто полосатые. У нас очень много полосатой одежды. Здесь было написано, что было 899 такой комплект. Мы его взяли за 270 рублей. Просто уже там максимальные скидки были. Также нам недавно тоже подарили на Кристины. Эти Наташа сейчас, наверное, с Настей смотрит как раз. Привет! Настя, привет! Они подарили нам такой замечательный костюмчик. Это у нас прям целый лук. Кепочка из детского мира. Далее у нас идет такая толстовка-накидка. Спортивная. Сейчас вам... Все по порядку, это Gloria Jeans, там прям сразу понятно по этикеткам. Дальше у нас идет такая простая серая маечка. И здесь у нас прячутся, это стану вам, джинсики. Так что в годик мы будем и такими супермодными бегать, радовать родителей. Целый лук у нас получился, мне очень нравится, прикольно смотрится, тем более на маленьких детях, это прям... И мини-взрослые, которые ходят в... Не просто там какая-то майка, шорты, нет, это целый лук уже. Поэтому за это ставлю огромный плюс. И такие последние вещи, которые у меня остались, просто какие-то вещи, которые мы носили, там, шорты, джинсы, которые у нас лежат, которые мы планировали носить еще летом, но в силу того, что мы были маленькие, жара была просто ужаснейшая, а потом стало уже прохладно, мы не носили некоторые вещи. Также нам бабушка недавно подарила такую кофточку. Стоит она тоже в детском мире, 1000 рублей. Есть такой автобус. Это как из, по-моему, новых уже коллекциях. Также у нас тут такие вот милые шортики. Здесь на резиночке, поэтому удобно. Если мы будем крупненькими в дальнейшем, то на нас налезет. Также нам тут недавно дарили, тоже это детский мир, вот такую маечку, вертолет. По-моему, то, что это Наташа дарила. Вот, такая милая, хорошенькая, с мишкой. По размерам это мне все кажется как раз 8 сантиметров, это все вот от 9 до 12 месяцев. Также к рубашечке, которая была до этого, полосатенькая, там идут такие штанишки с нашивками в комплект. Также идут такие у нас вот фортики. И еще одна такая маечка тоже из детского мира, тоже нам в подарок. На этом, пожалуй, все. Это были 7
подарки, покупки, все, что мы купили пока что у Егорки на вот определенный период, там весна, зима. В дальнейшем, если мы что-то купим, я успею показать, до того, как мы это оденем, я обязательно покажу вам, расскажу про цены. Как вы понимаете, в этом году в основном преобладал Мада Кея и Детский мир. Также мы покупали в... Сейчас вспомню название магазина. Ага, с Микки. С Микки мы покупали слипы тоже. Но мы их носим, поэтому я вам, к сожалению, их не покажу, только на фотках. На этом, пожалуй, все. Всем огромное спасибо. Спасибо, что смотрели меня. Всех люблю, всех целую. Ваша Настя.